Уважаемые телезрители, напоминаем, в четверг, 7 декабря в 20:00 в эфире телеканала «Первый Мытищинский» состоится прямой эфир с участием главы городского округа Виктора Азарова. Речь в программе пойдет о финансировании муниципальных программ на 2018 год и других важных темах, волнующих горожан. Свои вопросы вы можете задать уже сегодня по городским телефонам 8-495-582-30-88. 8-495-786-54-25. Принимайте участие в программе. Мы ждем ваших звонков.